Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Всем привет, с вами Максим. Итак, мне кажется, вам зашла такая рубрика, как «Попробуй угадать», поэтому мы сегодня с Максимом снова откроем по 20 паков, но теперь уже не на фудпаке, а на фудбине. Тоже хороший сайт, как и Foodhead, но здесь я посмотрел, что паки как-то и поинтереснее открываются. Максим чуть попозже их увидит, как они открываются. Ну и игроки тут рандомные падают, а не как нам в тот раз падал один Канте практически. Ну что же, давайте начнем. Правила объясняю. Открывается пак, я называю сразу клуб. Если Максим отгадывает с первой попытки, то есть с клуба просто рандомно отгадывает, это 3 балла. Если не угадывает с клуба, я ему даю национальность. Поэтому он получает 2 балла за национальность и клуб. Если он не угадывает с этих двух подсказок, то я ему говорю позицию. Так что если он отгадывает из позиции, из клуба, из нации, это 1 балл. Если не отгадывает вообще футболиста, это 0 баллов. Всего у нас 10 раундов у каждого, так что поехали. Я открываю пак. Здесь он один, написано тот за 125 тысяч монет. Ну, поехали. Итак, говорим мы футболиста, который именно на выпадает вот этот. Ну что ж, Максим, вы готовы? Ага. Мне выпал вот этот игрок. Итак, это Ювентус. Ювентус. Ну, наверное, будет полегче с ним. Так, надо практически подумать. Но это, скорее всего, точно не Роналду. Ну, вроде его даже нету еще, типа, как карточка FIFA 18. Ага. Да вроде есть. Ну, просто так, может, типа, сделали такую карточку, чтобы, типа, была. Но вроде ее даже на рынке нету. Ну, давай так скажу, допустим, Пьянич. Нет, это не Пьянич, и сейчас я говорю страну, Аргентина. Дибало? Нет, позиция СТ. То есть центральный форвард. А, то есть еще и Борин, что ли? Да, он еще в Ювентусе, потому что есть, да, карточки такие, что типа уже он в Милане, но выпала сейчас именно из Ювентуса его карточка, так что вот так вот. Ну что же, 1 балл, теперь мы открываем следующий пак. Ну тут действительно было как-то сложно именно или Дибал, или Гуаин, но сейчас выпадает второй игрок. Так, ну тут, ну видите, как вы сейчас на своих экранах, что такие игроки знакомые каждому. Итак, это Манчестер Юнайтед. О, вы что-то полегче. Так, Манчестер Юнайтед, значит. Кто тут может? Может Погба? Нет, это серб. Серб? Да. Матик? Да. Вот, хорошо. Теперь уже как-то полегче пошло, потому что мало вообще игроков. Да, вроде он один даже серб в Манчестере, поэтому. Открываем следующий пак. Угу, интересно. Это Лацио. Лацио, опять Италия. Так, Лацио. Надо вспомнить, что Лацио. Ну теперь-то точно с этого сезона надо следить за итальянской серией. Иммобили? Нет, серб. Опять серб. Миленкович Савич? Да. Итак, у тебя снова 2 балла за этот пак. Ну тут опять везет, потому что он вроде как тоже один. Да. Итак, ого. Ну, давай я попробую, потом, если что, мы с тобой этот момент обсудим. Это Вулверхэмптон. Вулверхэмптон. Да. Которые пробились из чемпионшипа в АПЛ. Он пробился, да? Да, он с этого сезона уже играет. Хороший клуб, вроде это, кого-то даже выиграл там уже.
Кого вот можно вспомнить такого, кто там играет? Много, кстати, хороших игроков они покупали вот в это трансферное окно. Вроде туда Патрисио перешел, может он? Голкипер ты имеешь в виду, да, Руи Патрисио? Нет, это не он, но португалец. Маутиньо? Нет, позиция левого, левого нападающего, ЛВшник. Ну, честно, такой незнакомый, да, игрок? Ну, я бы не назвал бы честно. Кто там еще может быть португальцем? Ну, если он что-то в сборной был, может, Кошта? Нет, это не Коста. Ну, в общем, я тебе объясняю. Сейчас мы открываем паки, он здесь один, за 125 тысяч, называется ТОЦ. И это ТОЦ, когда вот этой АПЛ-ки, там, чемпионшипа, это Диого Джота. 86-й рейтинг, португалец, левый вингер. Также там, кстати, ну, то есть, ну, это очень было тяжело, потому что я пробовал как-то... Да-да-да, это очень сложно. Пробовал я открывать паки, и там вот англичане прям вообще из чемпионшипа выпадают, так что это очень сложно было. А так Вулверхэмптон очень много имеет португальцев, там и Пеппи даже уже перешел. Итак, давайте пятый пак. Вот здесь, я думаю, будет полегче. Это ПСЖ. О, ПСЖ. Так, ПСЖ. Кто там такой... Да, ПСЖ. Но ведь это же не Неймар 100%. Это твой ответ? Нет. Блин. Ди Мария? Нет, уругваец. Каваний? Да. То есть в прошлое даже, вот попробую угадать, нам он тоже выпадал. Ну что же... Шестой пак. Итак. Максима прям почему-то вот тянет. Ювентус. Опять. Так. Ювентус. Так. А не на то я, что мне тогда попался? Тогда Игуаин. Ну, может, и сейчас он тоже выпасть. Блин, опять сложно. Коста? Дуглас? А. Нет, аргентинец. Это твой ответ? Это Дибало. Да, это Дибало. Причем тот с карточкой с рейтингом 97. Итак, седьмой пак. Итак, седьмой пак. Так, вот это можно догадаться. Это Байер 04 Леверкузен. Так, ну, тут сейчас, ну. Ну да. Тут реально сейчас. Я даже такого вроде клуба даже не слышал. В смысле Байер 04, где львы на эмблеме? Да-да-да, слышал, я с каким-то другим перепутал. Но оттуда я только Бранда знаю. Кто? Юлиан Бранд. А, Юлиан Бранд. Нет, это не он, немец. Да, блин! Вообще помог. Интрига дичина. Ну. Про Бранда хоть я знаю, что он мог в сборную России играть, но да ладно. Та. Немец. Защитник, который, да, Тах? Но это не он. Это нападающий центральный, СТшник. Та. Вообще легче стало. Угу. Я прям больше никого оттуда не знаю. Ну, а может этот, что-то я о нем слышал, Фолланд? Да, это Кевин Фолланд, тот с карточкой с рейтингом 89.
Хоть одно. Так, восьмой пак. Так, ну сразу тоже убираем, потому что это снова выпал Суар, этот Кавани, поэтому я думаю, смысла нету. Чтобы поинтереснее другого игрока. Какой это пак по номеру? Восьмой. Итак, это Ливерпуль. О, опять Англия. Что-то полегче. Мане? Нет, Египет. Так, тут тоже интрига. Конечно, Эл-Мени, скажи. Так, кто же может быть в Ливерпуле? Египтянин. Наверное, Салах. Да, это Салах с рейтингом 98. Его тоже тот с карточкой. Итак, предпоследний пак Максима. Тоже интересно, выпадет. Так, это футбольный клуб Ницца. Какой клуб? Ницца. Ницца. Так, Ницца, Ницца, Ницца. Что у них там есть? Ну, кто-то там, я помню, у нас против них играл. Да, когда в Лиге Европы, вот с Краснодаром они были. Кто? Сразу вот залпом 3 балла получает Максим. Это Марио Балотелли. Итак, последний пак Максима. Итак, это Олимпик Марсель. О, опять Франция. Как на Францию это везет. Да. Кто вы? Нет, француз. Да блин. Жермен. Нет, левый нападающий. Лёпес. Нет, это 0 баллов. Да. Ну что ж, друзья, сейчас уже Максим будет загадывать мне игроков, которые ему будут выпадать, так что не переключайтесь. Итак, друзья, теперь Максим для меня открывает 10 паков. Поехали. Да, погнали. Как говорится, так, пак пошел, пошел, пошел. И кто же это? Да. Монако. Монако. Так. Ну я думаю, это Радамель Фалькао. Нет, это хорват. Хорват? Да. А ты его знаешь? Да. Что-то я вообще тупо не знаю. Не, он знакомый реально. Знакомый? Ты должен знать. Карба. Давай хотя бы позицию. А? Позицию. Позицию. Вратарь. А, Даниэль Субашич. А, вот. Молодец. Так, ну 1 балл получаю. Я вот что-то вот забыл вообще про голкипера. Итак, поехали. Это второй пак. Он знаком, да. Да. Так. Манчестер Юнайтед. Матич. Нет. Ирландия. Манчестер Юнайтед, Ирландия? Да. Что за бич? Ну, вроде тоже знакомый. Скажи позицию. Защитник. Ирландский? А? Ирландский? А. Ты уверен, что это Ирландия? Нет. А? Ты уверен, что это Ирландия? Нет.
А это он точно, ты его должен знать. Может, ты с Италией перепутал? Нет, это Ирландия. Вообще без понятия. Италия, вообще без понятия. Италия тут по-другому выглядит. Ой, вообще без понятия. Ладно, давай, минус мне этот пак. Кто это? Это Бали. В смысле, Бали, это не Ирландия? Это Ирландия. Нет. А что это? Это Кот-д'Ивуар. Блин! Давайте так. Ну, давайте тогда не будем засчитывать это. Да, да. Итак, второй это пак. Я думал, что ты типа перепутал с кем-то вот. Итак, поехали, второй пак. Ну бывает такое, похоже, реально. Так. Весело, Манчестер Юнайтед. Бали. А. Серьезно? Да. Вообще, как так вот это возможно? Так, угадал, здесь получился. Да. Итак, третий пак. А, Интер. Так, Интер. Давай пойдем с самых топовых, Мауро Икарди. Нет. Это голландец. Голландец из Интера. А? Я вот думаю, кто это может быть. Ты его знаешь? А. Хороший футболист. Давай позицию. Давай позицию. Защитник. Защитник. Ну ты вроде его не знаешь. Ну тогда сейчас сразу, наверное, нет. Ноль. А, не-не-не, стоп. Де Врай. А, он. Я помню, что он типа защитник есть в итальянской серии. Он в Наполе раньше вот играл. Так, один балл за этот пак получаю, вот вообще забыл про него. Это четвертый, да? Пожалуйста. Так. Так, клуб. Этот Лион. Лион. Фикир. Фикир. Что? Фикир. Нет. А португалец. Португалия. Давай позицию. Что? Вратарь. Лотес. Да. Так. Один балл. Итак, пятый пак. Пятый. Пак, давай, удиви нас. Чем-нибудь. Чем ты нас поделишь? Ага, так. И сейчас тебе сложно будет. Хотя нет, ты его должен знать, Тоттенхэм. Дели Алли? О, нет. Вот сейчас угадаешь, Дания. Кристиан Эриксен. Да. А почему мне сложно будет? Да я сначала думал, что сложно. Итак, шестой идет пак.
сначала подумал, что сложно, но потом как-то нет. Барселона твоя любимая. Майком. А? Майком. Нет. Чили. Артура Витальевича. Ага. Фух, ну неплохо, уже немного восстанавливаемся вот так вот. Так. Бавария. Томас Мюллер. Нет. Поляк. Роберт Левандовский. Да. Ну нормально, так со второй попытки. Итак, восьмой факт. Так. Лацио! Миленкович Савич. Нет. Португалец. Из Лацио? Да. Джо Канцело? Нет. Левый нападающий. Нани. Да. Так, и получается остается еще два пака последних. Так. Ювентус. Игуаин. А? Игуаин. Нет. Итальянец. Я тебе помог. Кирини. Нет, братан. Буфон. Нет, Кирин. А. Значит, вообще ноль получаю. Ну ничего, у меня тоже ноль было. Ну да, на таком легком, как на поете, ну. Итак, последний пак. Так, кто у нас в последний раз убедит? Манчестер Сити. Агуэра. Нет, бразилец. Манчестер Сити. А. Фернандини. Нет, вратарь. Эдерсон. А. Ну что ж, друзья, спасибо большое за просмотр. Если так сейчас по подсчетам, секундочку, если мне позволите. Максим обыграл меня со счетом 15-14. Прям минимально. Да, вот именно вот этот Перин, если бы не он бы, то все бы, может быть, изменилось. А я с этим поеду. Да, так что спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Спасибо вам, кстати, большое за 50 подписчиков. Это наше первое видео после этого достижения такого. Так что с вами был Андрей и Максим. Всем пока. Всем пока.